В Кызылординской области в срочной операции на тазобедренный сустав нуждается 8-летний Дамир Калилаев. Ребенок, как утверждают родители, из-за оплошности врачей не может самостоятельно передвигаться. Срочность связана и с тем, что имеется донор, однако в любую минуту орган могут перехватить. Бахтияр Даркеев продолжит. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом у Дамира начались в раннем детстве. Когда ему было 28 дней, врачи сделали ребенку операцию на тазобедренном суставе. Родители говорят, что тогда из-за противопоказаний хирургическое вмешательство пришлось проводить без наркоза. По их мнению, этот фактор и стал причиной развития у малыша ДЦП. Сейчас Дамир не разговаривает. Прооперированная нога короче другой на 5 сантиметров. Мы ездили в Астану. Нам сказали, что ребенка можно поставить на ноги. Операция стоит 2,5 миллиона тенге. Я очень сильно хочу видеть, как мой Дамир будет бегать. Дамир проходит лечение в реабилитационном центре. Ежедневно врачи разминают его суставы, пытаются нарастить мышцы. Это также необходимо для проведения операции. Доктора утверждают, что Дамира можно поставить на ноги, но мешает патология в тазобедренном суставе. У него нога, левая нога намного короче, на 5 сантиметров короче правой ноги. Поэтому мы не можем полностью его поставить на вертикализатор, под углом мы его ставим. Мы не можем ему разрешить ходить, потому что в таких, вот с такой сопутствующей патологией ему нельзя ставить на опору. Дамиру готовы помочь немецкие врачи, однако за их услуги необходимо заплатить 5 миллионов тенге. Для матери-одиночки это неподъемная сумма, поэтому она надеется на операцию в Казахстане. К тому же, по ее словам, уже есть донор. Проблема только в деньгах. Женщина просит всех, кому не безразлична судьба ребенка, откликнуться на ее беду. Бахтияр Даркеев, 7 канал, Кызылорда.